4 января 2019 года, Петербург. Одни из городских ворот. Времени сейчас примерно 12:30. Мы видели табличку в начале видео. Нет дубины. Да, дубину, видимо, на реставрацию сняли от моего. Мы это запечатлели, этот момент, что ее нет, дубинки этой. Прохладно сейчас. 3-4 градуса тепла. Пасмурно. В кадре магазин Lidl. На этом месте был ранее консервный завод Ютро. Вот ворота. Мы пройдем через них. Вчерашним днем я говорил 19-й год по привычке. Вот эта табличка без дубины. Забегая вперед, провора здесь не написано, которого убили последнего. Мы прошли ворота. Сейчас мы развернемся. Магазин работает. Lidl. Субботно. В субботнее время. Вот эта статуя деревянная. Девушка с козлом. Девушка Юта. Ну, козел. Борг. Так, по одной из легенд. Вот здесь табличка. На кое написано об этом событии. Якобы, когда построили эти ворота. Через эти ворота первая зашла эта девушка с козлом. Ну, в честь нее. Вроде и название. Одна из легенд, одна из версий. Зима. Снега еще не было. По прогнозу, сегодня якобы должен был дождь со снегом, но пока ничего нет. Перекрестка, вон где автомобиль черный разворачивается, находится памятник погибшим советским воинам в годы Великой Отечественной войны. Захоронения там нет в настоящее время. Было произведено захоронение лет 5-6 назад, если даже не больше. Но памятник еще остался. Вот, опять же, за машиной. Попробуем подойти. Вот он, памятник. На месте захоронения. У нас есть в материалах группы «Алтыслагер». Это же фото захоронения этого кладбища до перезахоронения останков воина. Ну и после. Дорога
Эта дорога еще реставрируется. На что указывает вон табличка впереди. Ремонт долго уже идет. Делают частями. Всю улицу не перекрывают, а частично перекрывают. Участок один сделают, следующий и так далее. Вот мы идем уже сейчас по реставрированному участку. Ну, меняются все системы жизнеобеспечения города. Канализация, водопровод. Вот этот памятник на месте захоронения. Я думаю, его тоже будут реставрировать. Извините, пожалуйста. После окончания работ по реставрации этой улицы. Холодно. Почему-то без перчаток. А почему-то, да. Без перчаток выскочил. Здесь написано, что по 102-й дороге ремонт делается. Мы для вас это все делаем. И завершение работы в первом квартале 2020 года. Вот на этой табличке. Это что не дали. Листва еще отлетает от некоторых деревьев. Вот видно, что листики летают. И вот проглядывается, мы давно ее уже видим, это кирха Святого Николая. Дойдем до перекрестка и завершим наше видео. Как я уже говорил, сегодня 4 января 2020 года. Ну так и хочется сказать, 19-го. Прошел год, прошел, все, забываем. Нет-нет, да упомяну. Ну вон человек, пешеход, видите, елочку потащил. Видимо, выбросил из балкона. Или... Вот это поздоровался, кто уж. Вот в этом здании желтого цвета в настоящее время отделение или же полицейский участок небольшой. Посмотрели. В начале января 2020 года. Всем всего доброго, до свидания. До новых встреч. Давайте посмотрим на витрину. И я там, наверное, покажусь. Да, вот он, я хожу. Может быть, видно. Ну, не видно. Вот листва, которая еще сохранилась. До свидания.